А в Казахстан стали чаще завозить картофель. Импорт этого вида овощей вырос почти на 4%. В основном на прилавки республики он попадает из России, Кыргызстана и Беларуси. По данным бюро нацстатистики, на прилавках страны увеличилась и доля привозных баклажанов. В то же время меньше стало импортной капусты, моркови, свеклы, помидоров и чеснока.